Итак, мы на прошлом занятии затронули, начали очень важную тему. Это сравнение множеств по мощности, сравнение мощности и множеств. И мы с вами определили понятие множества А равно мощному множеству Б, которое эквивалентно тому, что между А и Б можно установить биекцию. Пожалуйста, повнимание, мы же про контрольную забыли. Сейчас. И понятие мощность А меньше либо равна мощности Б, если из множества А в множество Б можно построить инъекцию. И мы доказали в прошлый раз очень важную теорему Кантора, Шрёдера, Бернштейна, которую можно переформулировать в наших обозначениях следующим образом. Если А меньше либо равно Б по мощности меньше либо равно А, то тогда мощность А равняется мощности Б. То есть, если у нас имеется инъекция из А в Б и имеется инъекция из Б в А, то тогда мы можем построить биекцию между множествами А и В. Это была сущность теоремы Кантора, Шрёдера, Бернштейна, которую мы доказали в прошлый раз, на прошлом занятии. Теперь, я немножечко коснулся в прошлый раз, забегая вперед, понимания того, что же из себя представляет вообще вот это А по модулю, вот этот вот Т, модуль А. И мы можем отметить уже сразу, что для конечных множеств, если я пишу модуль А равняется 5, то что это значит? Это значит, что модуль А равняется 0, 1, 2, 3, 4, да? Потому что пятерка в себе содержит все натуральные числа, которые строго меньше ее. То есть это, по сути дела, означает, что мы можем построить биекцию между вот этими номерами, между 5 разными натуральными числами и элементами множества А. Заметьте, да, 5 я уже в модуле не пишу. То есть числовые множества, но натуральные числа, они как раз удобны для описания количества элементов конечных множеств. Как вы уже поняли, трансфинитные числа нам пригодятся для нумерации элементов бесконечных множеств. Но об этом разговор чуть попозже будет. Но мы можем уже сейчас сказать, что такое мощность А равняется омеге. Это значит, что можно установить биекцию между всеми натуральными числами. Что такое омега? Омега — это 0, 1, 2, n и так далее до бесконечности. Целиком. То есть между совокупностью всех натуральных чисел и элементами множества А можно установить взаимооднозначное отношение. А что такое будет мощность А больше омеги? Это значит, что мы из омеги А можем построить инъекцию, то есть выбрать нулевой, первый, n-тый, n плюс первый элемент, да, миллионный, миллиардный элемент. Но наоборот, инъекцию из А в омега построить уже не удается. Мы еще говорили о том, что вообще говоря, не запрещен у нас случай, когда мы не можем построить инъекцию ни в ту сторону, ни в другую сторону. То есть у нас имеется несравнимое множество. Забегая вперед, скажу, что это случай, который возникает, что этот случай исключается, если у нас работает аксиома выбора, и мы это докажем. И к этому мы постепенно подойдем. Но если у нас мощность А больше мощности омега, мы все знаем уже мощности счетные и несчетные, там из анализа, там как-то откуда-то все про это слышали. Но, может быть, существует какая-то такая максимальная мощность, которая, выше которой нет другой мощности. На самом деле это не так, и сразу же это предположение опровергается теоремой Кантора, которую мы сейчас докажем. Теорема Кантора гласит, что мощность x всегда строго меньше мощности множества всех его подмножеств, или булеана от x. Сначала докажем, что мощность x меньше либо равна мощности булеана от x. Но это совсем просто. Нам достаточно построить инъекцию f из x
Boolean от x можно по следующему правилу. F от A равняется A сингулярит. То есть каждому элементу из x мы можем построить, мы можем поставить соответствие из элемента из множества всех подмножеств x, да? Но, например, пусть это будет сингулитон из этого элемента. Пожалуйста. Ну, очевидно, что мощность множества меньше либо равна мощности всех его подмножеств. Теперь нам надо доказать то, что на самом деле здесь должно стоять знак строго меньше. То есть, что не существует инъекции из булеана в x. И доказывать мы это будем от противного. Предположим, что такая инъекция существует. То есть, существует у нас инъекция из p от x в x. Значит, что тогда происходит? Мы предполагаем, что эта инъекция каждому подмножеству x ставит соответствие какой-то его элемент. Причем разным подмножеством ставятся в соответствии разные элементы. Это существенно. Выберем подмножество точек таких, что эти точки не входят в свои прообразы. Значит, вот эта вот функция f, вот она у нас преобразует некое подмножество x в некую точку x. Да? Теперь, относительно каждой такой пары f, мы можем задать вопрос. Вот эта точка, она входит в свой прообраз или не входит? Если она входит, то мы его не включаем в множество b, а если она не входит в свой прообраз, то мы включаем это множество b, вот у нас множество b. Но, так как это множество само по себе является подмножеством x, то, соответственно, функция f ставит соответствие ей некую точку a в этом множестве. И далее мы задаем вопрос. Мы задаем ключевой вопрос. Принадлежит ли точка A множеству B? Вот. С одной стороны, точка A не может принадлежать множеству B, поскольку B определено как множество таких точек, да, которые не принадлежат своим прообразам. Но с другой стороны, точка А не может не принадлежать множеству Б, потому что если она ему не принадлежит, да, то у нас здесь образовалось некое множество, да, его образ переходит в точку А, не принадлежащую этому Б, и, соответственно, она обязана принадлежать этому Б. То есть мы получаем противоречие. Мы получаем противоречие из предположения, что такая инъекция из P от X в X существует. Очень простое доказательство, оно особенно кажется простым по сравнению с доказательством теоремы Кантера-Шрёдера-Бернштейна, где там нам приходилось хитрить, придумать сложный термин и, в общем, как-то собирать сложным образом вот эту биекцию из двух инъекций. Здесь рассуждение очень похоже на то, что мы на самом-самом первом занятии рассматривали, когда доказывали несуществование множества Рассела или парадокс Рассела. Да? Помните, не существует R такого, что T принадлежит R тогда и только тогда, когда T не принадлежит самому себе. Да? Это первый пример у нас был неколлективизирующего соотношения, то есть такого соотношения, что множество всех t, удовлетворяющих этому соотношению, не существует. Вот, вы помните, да, парадокс Рассела? На самом первом занятии. И тогда мы как рассуждали? Говорили, пусть множество Рассела существует, принадлежит ли оно само себе? И получается, что оно не может не принадлежать и не принадлежать самому себе. И получается, значит, в итоге просто не существует такого множества. И здесь связь доказательства теоремы Кантера, ну, по аналогии, ну что ли, примерно тот же самый вопрос мы задаем, когда мы доказываем теорему Кантера. Да, выбрали множество таких точек, которые не входят в свой прообраз, у них имеется образ, у них имеется некое отображение на точку А, и спрашиваем, А принадлежит этому Б или не принадлежит. Получаем противоречие. Это все не случайно.
поскольку парадокс Рассела, он появился позднее, был открыт Расселом позднее теорема Кантора, в попытке упростить рассуждение Кантора и как-то навести в порядок. Да. Ну, вопрос. А можете формально написать множество вот этих точек B, B? Которые... Да. Да, пожалуйста, конечно. Значит, B равняется T, принадлежащее Булеану от X, да, таких, что для любого Y или U, принадлежащие F, значит, проекция 2 от U равняется B, и проекция 2 от U не принадлежит проекция 1 от U. Вот так вот. Значит, где-то тут я еще все-таки не Булеану от X он принадлежит. Да, он принадлежит. Нет, ну Булеану от X. Да. Мы предполагаем, что для любого U из F проекция 1 от U равняется B, и проекция 2 от U не равняется первой проекции от U. То есть, ну, примерно так сказать. Почему Булеану от F? Наверное, из проекции следует, ну, из точки проекции 2 от уровня, он говорит, следующий проекции 2 от уровня, который будет проекции 1. Но там не и, а следствие, иначе просто это не вернулся бы. Да, значит, у принадлежит f, и проекция 2 у равняется b, следственно. Спасибо. Значит, посмотрите, что следует из теоремы Кантора. Из теоремы Кантора следуют следующие вещи. Во-первых, не существует у нас максимальной мощности, то есть множество максимальной мощности. Если мы построили некое такое мощное множество x, то мы можем построить булеан от x, всегда существует множество всех подмножеств, это одна из аксиом, которую мы приняли в самом начале, и его мощность будет больше мощности x. Раз. И два, из теоремы Кантора непосредственно следует несуществование множества всех множеств. Почему? Допустим, что множество всех множеств существует, множество V. Тогда для любого множества T, T является подмножеством V. Почему? Ну, каждый элемент T, он является множеством, а следовательно элементом V. То есть всякое множество будет являться подмножеством множества всех множеств. Но заметьте такую вещь, что из того факта, что A является подмножеством B, следует, что мощность A меньше либо равна мощности B. Вот это понятно? Потому что если A является подмножеством B, то тогда идентичное отображение А само в себя, оно является инъекцией из А в Б. То есть из А по множеству Б всегда следует А меньше либо равно Б по мощности. И тогда получается, что для любого Т, Т должно быть меньше либо равно по мощности, чем множество всех множеств. Но, с другой стороны, булеан от множества всех множеств по теореме Кантора должен быть мощностью мощнее мощности всех множеств. Вот. И здесь получается противоречие. И получается, что все множества не образуют множество. Это второй из серии трех классических парадоксов на языке теории множеств, которые мы рассматриваем. Их всего три мы будем рассматривать. Первый парадокс Рассела мы на самом первом занятии обсудили. Это парадокс Кантора, который говорит, что не существует множества всех множеств. Третий, который мы рассмотрим, парадокс, это Бурали-Форти. Мы его чуть позднее рассмотрим.
он говорит о том, что не существует множество всех трансфинитных чисел или множество всех ординалов. Все эти парадоксы, так называемые, они просто говорят нам о том, они постоянно напоминают нам вот о чем. Что если мы рассматриваем вот такую вот конструкцию всех t, таких, что a от t, то нам надо соблюдать осторожность. Для каких-то a, какие-то a задают множество t, таких, что a от t, а какие-то a не задают множество. То есть коллективизирующие и неколлективизирующие формулы. То есть формула true или формула x равняется x, которая удовлетворяет все множества вообще, она не является коллективизирующей. В качестве упражнения можно попробовать показать, что множество всех множеств равномощных заданному иксу не существует. То есть x равняется t, соотношение x равняется t, оно не коллективизирующее. Вообще мы уже можем доказывать, что некоторые соотношения являются не коллективизирующими, сводя все к, ну, к множеству, к существованию множества всех множеств, скажем так. Так, вернемся теперь к сравнению множеств по мощностям. И переобозначим наше омега следующим образом. Омега равняется алиф нулю, равняется бет нулю. Что это за закорючки такие? Это буквы еврейского алфавита, первые две буквы еврейского алфавита, алиф и бет. Вот, значит, так, как рисовать их? Учимся. Вот, алиф вот так и вот так, бет пишется так. Сейчас с этого момента мы ими будем пользоваться, этими буквами. Вот. Ну, теория множеств относительно новая процедура, новая дисциплина. И, в общем, она уже развивалась, когда все буквы латинского и греческого алфавита для всех этих важных констант были задействованы. Вот, перешли на буквы еврейского алфавита, тем более, что основатели были с соответствующими корнями. Почему мы этими буквами будем пользоваться? Но сейчас просто важно понять, что это одно и то же. Почему нули, значит, это будут единички, двойки, тройки и так далее. Это мы все с вами увидим в свое время. Сейчас просто важно понять, что когда мы говорим о сравнении множеств по мощности, обычно не пишут мощность x равняется омега, хотя это совершенно корректно, а пишут мощность x равняется алиф нуль. И говорят, что это счетное множество. Ну, то есть можно построить единицу. Алиф нуль равняется бет нуль, и бет является... бет нулевое, он же омега, он же алиф ноль, является первым в череде бет чисел, каждый из которых получается булеанизацией предыдущего. То есть 2 в степени бет нуль равняется бет единица, 2 в степени бет единица равняется бет двойки и так далее, и так далее. То есть это получается такая шкала бесконечных мощностей у нас. Теперь посмотрим, какие же множества у нас вообще бывают счетными. Ну, во-первых, 1, 2, n, множество натуральных чисел. Множество 1, 3, 5, n, множество нечетных чисел. Множество простых чисел. Множество квадратов целых чисел, множество факториалов. Все это счетные множества, заметьте. Хотя в наших примерах они все более и более разреженными идут. Да? То есть в случае с нечетными мы выкинули просто все четные, проредили, и получили, тем не менее, мощность исходную
ну, исходную мощность. Мощность множества натуральных чисел. В связи с этим связана такая иллюстрация, парадокс бесконечной гостиницы. Если у вас имеется гостиница с счетным количеством номеров, и все номера заняты, и к вам приходят еще постояльцы и просят один номер. В случае с конечной гостиницей им придется искать другую. На случай с бесконечной вы объявляете по радио: пожалуйста, переселитесь из номера N в номер N плюс 1. И номер 0 там освобождается, и постояльцы заселяются. Вот. Мы можем принять одного, двух, три постояльца пришло, да, N плюс 3. Потом, значит, на горизонте появляется счетное число постояльцев. Прибывает такой автобус с счетным количеством гостей. Вот. И мы тогда говорим: пожалуйста, из номера N переселитесь в номер 2N. Освобождается как раз счетное количество комнат. Значит, и мы можем заселить счетным числом гостей. То есть с бесконечными множествами вот это вот наши понятия, что вмещается, что не вмещается, они не работают. И более того, вот это свойство быть равномощным собственному строгому подмножеству, оно является фундаментальным свойством, о чем говорит критерий Дедекинда. Значит, что такое критерий Дедекинда? Если у нас множество равномощно своему строгому подмножеству тогда и только тогда, когда оно бесконечно. А что значит множество бесконечно? Если я еще этого строго не сказал или вы не услышали, это значит, что оно по мощности больше либо равно альф нулю. То есть в нем можно выбрать некое счетное подмножество. Да? Причем бесконечное множество оно может быть как и счетным, так и более чем счетным, несчетным. Критерии Дедекинда иллюстрируется и доказывается следующим образом. Вот пусть у нас имеется U, и пусть у нас имеется некая биекция из U, ну, U0 в U1, такая, что U1 есть строгое подмножество U0. Вот здесь вот у нас U1 находится. Значит, каким образом... Вот мы взяли и сжали его, и при этом в результате этого сжатия, да, построили биекцию. Каждая точка из U, она есть взаимно однозначное соотношение с U1. Каким образом доказать, что существует инъекция из множества натуральных чисел в множество U? Ну, очень просто устроить ситуацию, как с двумя зеркалами, которые друг напротив друга находятся. А мы можем взять и U1 еще раз сжать в U2, в U3 и так далее. И повторить этот процесс сжатия. Мы можем счетное количество раз, то есть U0, UN равняется образу, UN плюс единица равняется образу F от UN. Что это мы сейчас такое используем? Мы сейчас используем счетную рекурсию, о которой мы говорили пару занятий назад. То есть... Да, помните, мы там говорили, что если у нас имеется какое-то множество и какой-то способ получения из множества n, множество n плюс 1, то мы можем получить счетное множество или счетную последовательность. Собственно говоря, на этом уже можно и завершить наше доказательство, потому что все эти множества, они будут не равны друг другу. Потому что если бы на каком-то этапе они бы оказались равны, un плюс 1 равнялось бы un, то что бы мы сказали про un минус 1? Так как это биекция, да, то un минус 1 тоже должно было бы равняться un. Понимаете, да? То есть каждое следующее сжатие, каждое следующее применение, оно нам получает все более и все новые и новые множества. И уже по теореме о счетной рекурсии получается, что эти множества счетное количество не равно между собой множеству. Или мы можем выбрать здесь точку какую-то x нулевую и проследить за тем, каким образом она будет преобразовываться. И можно показать, что она все время будет попадать вот в этот вот диск между n и n плюс 1 на каждом этапе. И тоже можно от противного доказать, что точка эта все время будет
разные. То есть мы устраиваем вот эту вот ситуацию с постоянным сжатием один за другим этого множества при помощи все той же биекции F, и мы таким образом получаем счетное подмножество. Вот, выбрав точку, здесь она будет являться счетным подмножеством множества U. Но и так как это критерий, то нам надо и в обратную сторону доказать. Но в обратную сторону доказательство элементарное. Пусть у нас имеется множество, про которое мы знаем, что оно бесконечно, но если оно бесконечно, значит, в нем можно выделить счетное подмножество. Вот я его в виде такой спирали постоянно сжимающихся точек, да, нарисую. Это счетное подмножество. И возьмем x0, выкинем наше x0 из этого множества, а вот эти вот точки в спирали опять переместим, как администратор гостиницы, скажем, теперь из номера n съезжайте в номер n плюс 1. Да? Мы получили, что само множество, оно равномощно этому множеству без точки x0, то есть своему строгому подмножеству. Вот. И получается, что если множество, любое множество бесконечное, оно равномощно своему какому-то строгому подмножеству. И наоборот. Так. Мы с вами находимся все еще, и я призываю об этом помнить, под оговоркой о том, что существуют еще у нас и несравнимые множества какие-то. Да, то есть, если мы сравниваем, говорим множество конечное и бесконечное, значит оно сравнимо с омегой, с множеством натуральных чисел. Но вообще говоря, они могут быть и несравнимыми, и об этом надо помнить. То есть, если с обычными числами мы говорим а меньше b, следовательно, не b больше равно a. Да? Вот. А то или а меньше либо равно b, следовательно, не b меньше a. То здесь в случае с мощностями надо проявлять осторожность и всегда помнить о том, что существует несравнимый вариант. Интересно вот что, что вот операции суммы и декартового произведения, они соответствуют для конечных множеств операциям суммы и произведения их мощностей. Ну, если множество А и Б конечное и не пересекающееся, то мощность А суммы Б равняется мощности А плюс мощности Б. Мощность А декартового произведения на Б равняется мощности А умножить на мощность Б. В частности, если какое-то из множеств оказалось пустым, то какое бы ни было другое множество Б, декартовое произведение будет пустым, и вот это вот произведение мощностей тоже будет нулю равно. Это пока все для конечных мощностей. Да, ну еще у нас есть вот такая штучка. P от x, мощность P от x равняется 2 в степени мощности x. Любопытно, что эти операции, они сохраняют свои арифметические свойства. Ну, например, A умножить на b сумма c по мощности. Это у нас будет мощность а на мощность b плюс c. И это у нас будет аб плюс ac. В силу чего? В силу того, что умножение декартового произведения дистрибутивно относительно операции суммы. Помните, у нас был такой... Мы разбирали такой пример, или даже контрольный предыдущий был на... То есть вот сумма множеств, она дистрибутивна относительно умножения. И если мы говорим о конечных множествах, то тогда вот с этим вот вопросом не возникает. Но если мы захотим каким-то образом операции наши над мощностями продолжить в бесконечность,
то тогда нам надо понимать, что стоит за вот этим вот, за знаком равенства стоит возможность построить биекцию. Вот. А биекцию можно построить потому, что, вообще говоря, вот этот терм и вот этот вот терм, а на b сумма, а на c, они одинаковы в силу дистрибутивности декартового произведения. То есть у нас получается такая интересная арифметика, которую мы можем развить дальше, только в этой арифметике нам не хватает вот чего, нам не хватает возведения степени. И для того, чтобы это сделать, мы возьмем и определим терм множества x в степени y, где x и y – произвольные множества вообще. Определим мы его следующим образом. Множество, извините, f, принадлежащее булеану от y на x, таких, что f является функцией из y в x. Значит, возведение в степень для множеств, множество x в степени y, это множество всех функций из y в x. Из y в x я подчеркиваю, потому что по первости может возникнуть впечатление, что множество функций из x в y. Нет, множество функций из y в x. А почему так странно? Что это вообще за терм такой странный? Все слышали про объединение, пересечение декартового произведения, но, наверное, не все или никто не слышал из вас про вот этот вот терм возведения в степень множества. Ну, просто в мат-анализе он, может быть, не настолько важен, хотя в теории множеств и вот сейчас мы им будем пользоваться. Он удобен, и он прекрасно согласуется вообще с пониманием возведения в степень для чисел. Но для того, чтобы это понять, раз рассмотрим, значит, несколько крайних случаев. Что такое у нас пустое множество в степени x и что такое у нас x в степени пустое множество? Значит, что такое пустое множество в степени, что такое пустое множество в степени x? Это множество всех функций из x в пустое множество. Пусть x не пустое. Да? Существует ли функция какая-нибудь из непустого x в пустое множество? Этот вопрос я задавал на прошлом занятии, и мы его разбирали на прошлом занятии. Что там мы говорили по этому поводу? Функция из непустого x в пустое множество. Она вообще может существовать или нет? Нет, потому что для каждого элемента x должен существовать элемент в пустом множестве. То есть функции из x пустое множество не существует для непустого. То есть каково будет множество всех таких функций? Это будет пустое множество. Следовательно, пустое множество в степени x для непустого x равняется пустым. То есть мы можем сказать 0 в степени x равняется 0. Теперь к интересненькому переходим. А что такое x в степени пустое множество? Опять же, на прошлом занятии мы рассматривали крайний случай. Функция из пустого множества в непустое x. И мы говорили тогда, помните, что пустое множество является функцией из пустого множества в непустое x. Да? Потому что это уже не нарушает наши аксиомы. Всюду определенность, прямую однозначность не нарушает. Следовательно, вот чему будет равна x в степени пустое множество, то какое множество у нас получится на выходе? Ну, одна такая функция есть, да? Следовательно, у нас множество всех таких функций. Следовательно, я хочу от вас это услышать. Чего у нас на выходе? А? X. Нет, ну не x. Нас интересуют функции. Функции. X же не является функцией. Нас интересуют функции. Пустое множество является функцией. Значит... Нет же, вот же. Да, множество из одного. То есть, что это такое? Единица. То есть, x в степени 0 равняется единице.
Видите, один такой существует, и это, значит, при этом мы только что доказали вот таким вот способом для операции возведения степени. У нас есть еще... А что такое 2 в степени x, вообще говоря? Но теперь уже просто. Да, что такое 2 в степени x? Это у нас 0, 1 в степени x. То есть это множество из x в 0, множество, состоящее из нулика и единички. Да? То есть это, по сути дела... Да, ну множество всех подмножеств, но не совсем, это все-таки множество функций таких, но эти функции они задают подмножество, то есть те, которые на единичке, те входят в подмножество, которые нулики не входят. То есть мы можем, значит, с чистой совестью говорить, что 2 в степени x по модулю это 2 в степени модуль x, то есть это есть мощность булеана от x, именно вот силу вот этого. Ну x в квадрате что такое? Это у нас x в степени 0, 1. А это что такое? Это множество всех упорядоченных пар. Первый компонент принадлежит x, и второй компонент принадлежит x. То есть, опять же, это не то же самое x в квадрате, это не равно x на x по определению множества. Но мы часто будем говорить, что x на x это x в квадрате, потому что если мы по мощности говорим, то x в квадрате по мощности равняется по мощности x на x, безусловно, потому что это есть множество всех упорядоченных пар. Понимаете? И здесь множество просто пар, ну, упорядоченных пар, но здесь более сложное множество, а здесь оно более простое. И очень часто мы это будем опускать и просто говорить x на x, x в квадрате, но это когда нас будут интересовать мощности множеств. Вот. Понятно уже там, x в кубе это множество троек, там в n степени это множество n. Более того, свойства степеней, которые мы знаем со школы, со школьной скамьи, они здесь выполняются очень хорошо. Например, x в степени y плюс z. Это у нас x в степени y, x в степени z. X, y в степени z. Значит, это у нас, я сейчас напишу, и мы осознаем, что вот здесь написано. Или x в степени y в степени z, это у нас x в степени. Значит, что такое вот эта вот мощность? Ну, или что такое мощность x в степени y сумма z? Это мощность всех функций из суммы не пересекающихся. Мы сейчас, когда говорим про сумму, всегда делаем оговорку, что они не пересекаются. Да? Из не пересекающихся двух множеств y и z в x, это то же самое, что множество пар функций. Одна из них определена на подмножестве y, а другая определена на подмножестве на z. Понимаете, да? То есть мы можем сказать, что ну вот здесь вот у нас y, вот здесь вот у нас z, и все они переходят в x, да? И вот мы говорим, что такое x на y плюс z? Это множество пар, вот функция и вот функция. А если мы говорим обо множестве всех таких функций, ну, любой комбинации, неважно какой, да, то мы всегда можем разделить каждую функцию на вот эту вот пару и сказать, что вообще-то множество всех комбинаций равно декартову произведению, да, всех возможных комбинаций. Из y в x и из z в x. Таким образом у нас получается вот эта вот формула. Вот. Что такое x, y в степени z? Это, по сути дела, вектор функции, да, от скалярного аргумента. То есть мы, что такое x декартово на y в степени z? Значит, у нас имеется скалярный аргумент, а результат у нас векторный, двухкомпонентный. То есть, но это то же самое, что если бы мы
задали такую вектор-функцию двумя скалярными функциями. Одна дает проекцию по x, другая дает проекцию по y. Да? То есть это то же самое, что множество всех возможных комбинаций из z в x и z в y. То есть мы можем Декартову перемножить, то есть можем построить объекцию между таким вот x в степени z на y в степени z. Не равно, но биекцию мы построить можем. Соответственно, мы можем говорить и вот про такую форму. Вот. А что такое x в степени y в степени z? Это уже, вот это у нас соответствует x в степени y на z. Это у нас функции двух переменных, которые дают скалярный результат. А x в степени y в степени z соответствует у нас функции одной переменной от некоторой параметризованной функции. Понимаете, да? То есть это то же самое, что x-y от z. Вот. И опять же мы можем построить биекцию между этим и вот этим вот x-y в степени z. То есть введенное нами понятие возведения в степень, оно прекрасно согласуется со свойствами возведения в степень арифметическими, и, соответственно, мы можем на множество произвольной мощности обобщить арифметику операции над мощностями. Сложение, умножение, возведение в степень, и действовать уже так, как будто бы у нас эта арифметика была в нашем распоряжении. У нас есть еще немножечко времени, чтобы несколько глубже проникнуть в счетные множества и их свойства. Значит, во-первых, мы можем сказать следующее: алиф 0 плюс алиф 0 равняется алиф 0. То есть сумма двух счетных множеств есть счетное множество. Двух непересекающихся счетных множеств есть счетное множество. Про гостиницу все помним. Значит, там мы можем стосовать эти две счетные группы туристов в одной счетной гостинице через одного. Дальше. Если у нас мощность x меньше либо равна алиф нулю, то тогда x плюс алиф нуль равняется алиф нуль. Это опять же гостиница, опять же к ним, в которую приехало счетное количество гостей, сдвигаем. Дальше. Если у нас x больше алиф нуля, то тогда чему равняется мощность x плюс алиф 0? Вопрос. В гостиницу несчетное количество гостей уже не влезет, на то оно и несчетное. Мы не можем построить, не можем их ввести в счетной гостинице. Да? Вопрос. Если мы добавляем к несчетному множеству счетное множество, какую мощность мы получим? Несчетную, но понятно, что какую-то несчетную. Но мы можем сказать больше, что эта мощность будет ровно x равняться. Почему? Потому что если x несчетная, но бесконечная, мы можем выделить в нем счетное подмножество. Да? А выделив счетное подмножество, мы можем вот этим вот методом освобождения, допустим, четных элементов высвободить в нем счетное тоже подмножество пустых точек, которое запихнуть в некую счетную последовательность. Вот. То есть получается, что если у нас множество несчетное, мы не знаем, какая мощность, но мы знаем, что она несчетная, и мы добавляем к ней алиф 0, то мы получаем x на выходе. И если мы вот это вот все подытожим, то мы получаем вот какую формулу интересную. X плюс алиф 0 равняется максимуму из x алиф 0, но если x с алиф нулем сравнить.
Дальше. А если нет? Тогда о максимуме нечего говорить. И если нет, и мы добавили алиф нуль, наверное, мы получим несравнимое множество. Или это еще зависит от того, как мы добавили, какие множества. То есть тут вот надо, понимаешь, пока ничего определенного нельзя сказать. Далее. Алиф нуль в квадрате равняется алиф нулю. Я думаю, что этот факт всем знаком и никого не удивляет. Если мы рассмотрим вот такую табличку, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ну, в общем, диагональную нумерацию, да, которая нам позволяет занумеровать натуральными числами все пространство двумерной таблицы. Вот, формула там такая. И плюс g минус 1 на и плюс g минус 2 поделить пополам и добавить g. Диагональная нумерующая функция Кантора. Этот факт достаточно известен. Применяется в доказательстве того факта, что множество рациональных чисел счетно. И тогда из этого сразу же получается, из этого же факта сразу же следует, что алиф нуль в степени n это всегда алиф нуль. Ну, потому что в квадрате, в кубе это алиф нуль в квадрате на алиф нуль, и значит все это алиф нулю равняется. То есть где n, где n ну, меньше алиф нуля. Так. Отсюда сразу следует, что известный вам факт, что мощность целых чисел равняется алиф нулю, что мощность рациональных чисел равняется алиф нулю. Из этого следует вот что. Если x счетное, то x со звездочкой, где звездочка это звездочка к линии, также равняется альф нулю. Почему так? Я напомню, что такое звездочка к линии. Звездочка к линии это у нас x, сумма x на x, сумма x на x на x, сумма и так далее. То есть если x это какой-то алфавит, то звездочка к линии дает нам множество всех конечных строк в этом алфавите. Значит, соответственно, если мы возьмем вот это все дело по модулю, то что мы получим? Мы получим алиф 0 плюс алиф 0 в квадрате плюс алиф 0 в степени n. И все это алиф 0 раз. То есть, каждый из этих слагаемых, оно равняется алиф нулю, то есть это получается алиф ноль на алиф ноль, то есть в итоге получается алиф ноль. Это не праздный пример. Во-первых, да, он нам показывает, что если у нас счетный алфавит имеется, то тогда множество всех конечных строк в счетном алфавите, оно тоже является счетным. Но что такое счетный алфавит? Например, и что такое строки в счетном алфавите? Например, мы можем говорить о многочленах с рациональными коэффициентами. Да? Что такое многочлен? Многочлен характеризуется с коэффициентами перед степенными функциями. Да? А0 там, плюс А1х1 плюс АН в степени xn. Так вот, если эти А0, АН у нас являются рациональными числами, то вообще говоря, звездочки к линии как раз с рациональным x, с счетным x соответствуют множеству всех многочленов. То есть множество всех многочленов с рациональными коэффициентами счетно. Вот мы только что доказали. А если бы мы брались доказ, мы бы доказывали точно таким же образом. Рассмотрев такую вот геометрическую, в кавычках, псевдогеометрическую прогрессию относительно алиф нуля и увидев, что каждый член равен алиф нулю, а потом и сама она равна алиф нулю.
такая интересная арифметика. Дальше. Что из этого дальше следует? Если у нас алфавит не конечный, а счетный, просто счетный алфавит, ну, как наши вот русские буквы, чему, какое количество текстов у нас получается в этом алфавите? Тоже счетное. Почему? Потому что у нас есть оценка сверху для него, это алиф нуль для счетного алфавита. У нас есть оценка снизу, потому что если, допустим, первая буква А, потом АА, три раза А и так далее, это образует счетное подмножество в этом наборе. То есть мы получаем, что с одной стороны это множество больше либо равно алиф нулю по мощности, с другой стороны мы знаем, что оно меньше либо равно алиф нулю. И по теореме Кантора, Шредера и Бернштейна мы видим, что его мощность равна алиф нулю. Итак, уже имея в запасе такие представления об арифметике мощностей, об арифметике кардинальных чисел, еще не зная, что такое кардинальное число в точности, но мы это довольны, мы можем кое-какие задачи решать, кое-какие вещи доказывать. Я сейчас пройдусь быстренько. Так, на странице 139 есть набор вопросов таких, как контрольных. Так. Докажите, что множество алгебраических чисел А, определяемое как множество корней многочленов с рациональными коэффициентами, счетно. Вот. Опять же, для доказательства этого факта нам надо понимать, что вообще множество множество многочленов с рациональными коэффициентами счетно. Да, вот этот момент. И дальше. А чему равно множество корней многочлена? Вернее, какова мощность множества корней многочлена? Ну, там, если мы о комплексных говорим, то она равна степени многочлена. Но мы для нашей оценки сверху можем сказать, ну уж во всяком случае, это не более чем счетная мощность. Да, если многочлен, у нас каждый многочлен имеет конечную степень. Да, и таким образом мы можем сверху опять же оценить, что мощность алгебраических чисел – это мощность всех многочленов, а их алиф нуль, там на множество корней, на мощность множества корней. Опять там сверху, если взять алиф нуль оценку, то мы получаем, что мощность А, множество А алгебраических чисел равняется алиф нулю. Очень важный результат. Да, то есть, если, допустим, корень из двух у нас не является числом рациональным, можно воткнуть там таким образом, что он будет приближаться рациональным числам, так и не приблизится, но, тем не менее, вот таких чисел все равно не больше, как бы, чем рациональных по мощности. Докажите, что любое семейство непересекающихся интервалов на прямой конечно или счетно. Да, кстати, у нас же будет на следующем занятии контрольная работа, и там будут примерно такие вопросы. Поэтому сейчас проявите внимательность или дома посмотрите домашнее задание, задачник Лаврова Максимова, чтобы научиться с этим разбираться. Значит, докажите, что любое семейство непересекающихся интервалов на прямой конечно или счетно. То есть как это доказать? Как это можно доказать? Взяли прямую, разбили ее на интервалы. Как увидеть, что это еще не более чем счетное множество? Интервал прямой. Ну, на самом деле можно долго ломать голову над этим, но как только возникает одна маленькая подсказка, сразу же все проясняется, и задача превращает в ничто. Если мы заметим, что каждый интервал содержит в себе по крайней мере одну рациональную точку, то тут же задача решается. Да? Мы можем любой интервал выбрать какую-то по рациональной точке, и, соответственно, но доказать, что не может быть больше интервалов, чем рациональных чисел. Рациональных чисел у нас счетное количество. Докажите, что множество точек строгого локального максимума любой функции действительного аргумента конечны или счетны. Здесь рассуждаем таким же образом, что такое строгий локальный максимум. Это значит, что там существует вокруг этого максимума какой-то эпсилон, да, где
в эпсилон окрестности функция меньше, чем в точке этого локального максимума. Раз это эпсилон окрестность, значит это интервал, а интервалов у нас не более чем счетное количество. Докажите, что множество точек разрыва любой монотонной функции конечно или счетно. Опять же, мы представляем себе монотонную функцию, да, со своими точками разрыва. Вот. Так, и как, вот эта вот обратная функция в точках разрыва, опять же, возникают некие интервалы у нас, а там, где возникают у нас интервалы на прямой, то их количество будет либо конечно, либо счетно. Во всяком случае, не больше, чем рациональных чисел. У нас подходит к концу время, хотя я хотел еще рассказать про действительные числа и про их мощности, но мы долго писали контрольную работу. Но про это я расскажу на следующем занятии. Вот. А пока спасибо за внимание.